уже на самом деле не помню, как в нее играть. Поэтому нажимай лайк и погнали. Так, сейчас я буду опять разбираться. Ага. Ну, вроде бы, в принципе. Ага, окей. Ага, все. The university gardens were bathed in an earthy orange light when I first met Dr. Gray. Когда я впервые встретила доктора Грея, сады университета были оранжевыми. Не успела подождать. I sat on the grass, surrounded by my books and papers, when a cool breeze threatened to blow my books across the lawn. A page escaped my reach and took flight. A man, not much older than myself, chased after it, catching it on his third or fourth attempt. I remember his gentle smile when he returned. Oh, boy. He started talking, and I was surprised that he had written my work in the university journal. He said he was a professor, and that he hoped we could work together someday.
Да, боже, давай быстрее. В общем, дама, как мы знаем теперь, это мать Хью, познакомилась впервые с доктором Греем в университетском саду. Она сидела на траве, и подул ветер, и все ее бумажки разлетелись, классика романтических комедий и так далее. И тут, в общем, молодой доктор, не слишком старший ее, начал ловить эти бумажки, потом сказал, что он профессор, и что он видел ее работу в университетском журнале, и что было бы круто, если бы они когда-то поработали вместе. Господи, я не вижу лестницы. Но он очень смешно потом скачет. Вот так, когда так падает. У меня такое ощущение, что я по кругу хожу. Вот здесь снова такая же лестница. Это же не так, потому что в этой игре иногда так бывает. Но это, оказывается, не всегда так. Зайти сюда. И что? Я как будто где-то оказалась, где я уже была. Может, нужно было раньше пройти. Странный звук, такого не было. До этого такого не было. Ладно, сейчас посмотрим. Если что, вернемся просто. Вот такое, я уже не уверена, было или нет. Блин, сложно, зачем такие лабиринты? Секрет. Не расскажем мы о нем. О нет, о нет, о нет. Тогда мы уже были у этой бабы. Ну и ладно. Ну и не очень-то и в принципе и хотелось. В общем. Здесь, значит, нам ничего нельзя сделать. В этом, может быть, доме можно. А, ну здесь живет этот копатель. О, привет, снова. Снова. Еще раз здравствуй, Хью. Спасибо большое, что спас меня. Ничего такого нету.
может там еще куда-то может пойти. Потому что я еще пока просто не понимаю. Вообще. Это тот же самый, где мы спасли того чувака, короче. Да. А вот, вот так вот я могу сделать. Все. Все было зря. Ладно, в общем-то, хорошо. Так. Вот здесь вот я не была точно. Такого я не видела. Так, окей. I can't help but feel he somehow had a hand in it. Our fires burnt brightest when we worked together. It felt like we could achieve anything. Я переведу. We discovered more about color than I could ever have imagined. We split light, mapped spectrums, we painted. We laughed. We worked long hours and soon our goal became all-consuming. We were vessels. Okay. The work became more important. Она слишком много разговаривает. В общем, доктор Грей стал моим наставником. Мы работали усердно, у нас очень хорошо получалось это вместе. Мы пытались выделить цвет, который нельзя было даже представить. Расщепляли свет, делали все, чтобы это сделать. И работа стала всем для нас. Ничего.
Вот я здесь. И чего? И чего? Может... До меня дошло. Все, сейчас намутим. Но я надеюсь, что все правильно будет.
поднимаемся обратно по лестнице. Поднялись. И нужно допрыгнуть. Получается, здесь у меня малиновая стоит. Значит, включаем, например, голубой. Ага, нифига. Я их неправильно поставила. Нужно немножко в другом порядке. Или нет? А, нет, все нормально. Все в порядке. Получается... Дальше я включаю малиновый. Ну, в следующий раз получится, возможно. Попробую еще раз. Просто, наверное, есть. Можно поставить их немножко в другом порядке. Если не получится, то... В общем-то, черт с ним, я попробую. Yeah.
желтый, голубой, фиолетовый, желтый. Окей. Они типа заново вырастают. Что это за хрень? Почему так происходит? Я нахожу это нечестным. Чтоб вы понимали. Так, а вот тут уже сложно. Тут я не понимаю, что я должна сделать. Ведь если я поставлю фиолетовый, то упадут вот эти камни. И исчезнет эта стена. Они покатятся. Я побегу сюда. А там что-нибудь есть? Там есть голубой. Окей, значит, я поставлю желтенький. Значит, я поставлю... Ладно, попробуем. А тут, в принципе, так же все, как и в тот раз. Просто сейчас, наверное, думать придется чутка быстрее. Все. Все. Ладно, я возьму ключ, открою дверку. Заставляет. Это как-то... Так. Голубенький. Берем ключик. Я знаю, что делать. Спокойствие. Спокойствие. Я знаю, как открыть эту дверь. Я знаю. Так, сейчас мы... Нет. Давай попробуем. Пусть получится. Пожалуйста, пусть получится. И что дальше? А, ну я типа так не могу. Но я могу сделать вот так, встать на него и типа сделать так, чтобы они просто все обвалились равномерно, в принципе, и все. Все дела. Сделать так. Ну все, на этом я с тобой попрощаюсь. Не знаю, будет ли еще Хью, но мой мозг уже немножко лучше работает. Пока-пока.